Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Однажды ученики Господа Иисуса, Иаков и Иоанн Зеведеевы, просили Его: «Дай нам сесть по правую и левую сторону в Твоей славе». На что Господь ответил: «Это зависит не от Меня, но от того, кому уготовано». И кому же уготовано, если не от Бога это зависит? От кого же это зависит? Кто уготовал, если не сам Бог? Непонятно. Но на самом деле все просто. Кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Вот и все. Мы можем найти другое место в Писании, где сказано: унижающий себя возвысится, а возвышающий себя смирится. Вот и весь ответ. Все просто. Хочешь быть в славе Божьей? Служи людям. Хочешь быть рядом с Господом? Будь рядом с людьми.